Мне нужна твоя помощь. Ты не поможешь мне. Ты меня не остановишь. Слушай меня. Прошу, мне не к кому обратиться. Что? Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное не важно. Так что случилось? Ногу поранил? Дело не во мне. Моя дочь Арана в опасности. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Я даже встать не могу, тем более идти за ней. Ты поможешь. Так она пошла к колыбели матери? Да, на юго-восток. Я и запретил, но с тех пор, как умерла ее мать, она совсем не слушается. Что за жизнь? Был вдовец, теперь калека. Не могу найти родную дочь. Пожалуйста, помоги мне все исправить. Она охотится на падальщика одна? Я виноват. Хотел его сразить, но он разодрал мне ногу. Я едва ушел, а копье осталось в машине. Это копье сделала Эдина, ее мать. Она умерла. А рана им очень дорожит. Вот и побежала за падальщиком. Ты понимаешь, что за разговоры со мной тебя могут изгнать? Пускай. Я хотел пойти за ней, но меня ноги не держат. Найди ее. Я приму любое наказание, лишь бы ее спасти. Я постараюсь тебе помочь. Пожалуйста, найди ее. Умоляю тебя.
Похоже, это Арана. Она в опасности. Я не могу слезть! Эй! Это не предупреждение. Можно с тобой поговорить? Я хочу поблагодарить. Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье! Как ты здесь оказалась? Я шла по следу падальщика. Почти догнала, но меня заметил рыскарь и позвал своих. Великая мать, неужели у меня не хватит мастерства, чтобы вернуть копье? Отец за тебя очень волнуется. Да он волнуется, даже когда мне надо по нужде в кустике отойти. Он не хочет тебя потерять. Я знаю. Просто лучше он орал бы на меня поменьше. Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он ненарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Я поищу копье. Правда? О, спасибо! Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери, не может на ноги встать. О, нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе. Здесь след Араны обрывается. Наверное, тут она и увидела падальщика. Пойду за ней, найду и копье.
Да что ж такое? Визор мог бы что-нибудь обнаружить. Колыбель матери. Здесь след обрывается. Наверняка он пересек реку. Надо посмотреть на том берегу. Пора идти к Карсту за нитеметом. Ну что, вперед. Достойное оружие. Арана так обрадуется. Снег. Холодает.
Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидят. Наверняка он будет меня ждать. Что матери, Элой вернулась с копьем. Сначала ты вернула мне рану, а теперь и копье нашла. Когда я позвал тебя на помощь, я даже не знал, станешь ли ты слушать. Я так рад. Я тоже. Даже не верится, что ты его нашла. Твоя мать была мастером. Это прекрасное копье. Мне до нее далеко, но пару секретов она мне приоткрыла. Буду рад взглянуть на твое копье. Спасибо. Ты очень ее любила. Я тебе соболезную. Ну, благодаря тебе. У меня хоть осталось ее копье на память. Ты очень помогла нам. По своей воле. Она бы это оценила. Спасибо тебе. За все.
Грата сказала, что забыла четки на Восточном утесе. Это недалеко. Тропа воинов совсем рядом. Вера верой, но чтобы забраться на уступ быстрым путем, нужны сильные руки. Повезло. Come on!
Многообещающе. Ага, вот и четки. Теперь понятно, зачем она сюда ходит. Отсюда видны врата матери. Я даже не знаю, что досаднее всего. То, что она меня игнорирует, или то, что в своих молитвах она хоть не одинока. Thank you.
вот и Грака. Наедине с Великой Матерью. Как всегда. Поздравляю, Великая Мать вновь даровала вам кроликов. Четки я тоже нашла, но больше не теряйте. Великая Мать, каждое утро я вижу на листьях твои сверкающие слезы радости. Слезы от красоты, что ты сотворила. Видишь, я плачу вместе с тобой от благодарности. С ней поплачете, а мне слова не скажете? Ладно, все-таки честный вы изгой. Грата, меня какое-то время не будет. Я ухожу на инициацию. И не знаю, что случится после обряда. О, мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации даруй свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я, кажется, вас поняла. Прощайте, Грата. Великая мать, услышь, как я перебираю на этих четках годы своего служения. Услышь мои слова, так же, как я слышу твой нежный шепот в шелесте травы. В детстве это было проще. Кого ты там зовешь? Нужна помощь? Я ничего не имею против изгоев, поверь. Но ведь нам нельзя с тобой разговаривать. Тут нет других желающих помочь. Ты права. Прости, я не хотела тебя обидеть. Моего брата изгнали, но его срок уже прошел. Он должен был вернуться, но не вернулся. А его лагерь залит кровью. То есть... Лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чем думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать! Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошел. Еще три засечки.
Но он до сих пор не вернулся. Я упросила матриархов послать за ним воинов, и все, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его искать. За что твоего брата изгнали? Бром был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачи, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал, это духи ему велели. Шепот забытых. Изгой на 10 лет. И зачем я тогда ушла? Каких еще забытых? Богиня проклинает нераскаявшихся богохульников. Изгоняет из своей вечной памяти. Эти проклятые духи есть забытые. Бром утверждал, что они отдают ему приказы. Это была тяжкая ноша, и я ничем не могла ему помочь. Постараюсь разыскать твоего брата. Правда? Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Тревожный вид. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал?
Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Но все равно приятно. Зачем ты рискуешь? Торгуешь с изгоями? Каждый раз спрашиваешь. Если тебе хочется поговорить по душам, катись отсюда. Потому что ты сам был изгоем? Да. Меня застукали, когда я лазал по железным руинам за гранью объятий. Матриархи решили, что я запятнал себя. 5 лет дали. Что ты видел среди руин? Да я сам не понял, что. И потом, когда я вернулся из изгнания в сердце матери, все, кого я знал, про меня позабыли. Да и народу там стало так много. Здесь мне больше нравится. Я про тебя никому не говорила, только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь? Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Никто не знает, но за что-то серьезное, потому что изгнали пожизненно. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить мёд. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Thank you.
Только теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратнее с этим нитеметом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благослови тебя, мать, и все такое. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к северным вратам.